Новогоднюю елку желаний установили для жителей пансионата ветеранов войны и труда в Тюмени. Под ней уже появились первые подарки. 17 планшетных компьютеров привез депутат Государственной Думы Николай Брыкин. Техника закуплена на средства из фонда парламентария. Заботу о людях пожилого возраста депутат считает очень важной задачей. Отдельным подарком стало выступление тюменского певца Сергея Дьяконова-Дьяченкова. Вы сами видели, слышали, как они говорили: «Вперед!» Это вот нужно, это дорогого стоит, потому что надо на них равняться. И надо всегда с ними быть рядом и всегда, значит, помнить то, что они для нас сделали. И эту работу нам нельзя никак останавливать, и мы будем продолжать.